В эфире информационная программа «Твои новости». Здравствуйте, в студии Дарья Топчиева. И сегодня вы увидите. В Армавире торжественно завершился месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. На мероприятии в городском дворце культуры побывала Ирина Чупина. В Армавире мужчина устроил стрельбу в центре города. Об этом смотрите в материале Анна Мельченко. Торжественное собрание, посвященное закрытию ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, состоялось в Армавире в субботу 20 февраля. Приурочили мероприятие и грядущему Дню защитника Отечества. Ирина Чупина с места события. В рамках традиционного месячника, который год от года активно проводится в Армавире, произошло огромное количество встреч, бесед и мероприятий, на которых отдавали должное подвигам солдат. 20 февраля в городском дворце культуры состоялось его торжественное закрытие. Присутствовали там первые лица города, представители Совета ветеранов, работники культуры, активисты молодежных движений и все, кто принимал в проведении месячника активное участие. С поздравлением в преддверии Дня защитника Отечества выступил глава города. Это очень важный праздник для нашей страны. Наша страна переживала в разные времена, в разные годы и Первую мировую войну, и Великую Отечественную войну. И самое главное, всегда выходила победителем. Сегодня хочется сказать отдельные слова благодарности нашим уважаемым ветеранам, которые присутствуют в этом зале, которых, к сожалению, нет по объективным причинам в этом зале, сказать слова благодарности за ту великую победу, которую завоевали для нашей матушки России. Об итогах месячника рассказал начальник военного комиссариата Армавира Альберт Ферзилаев. Он отметил, что за время его проведения в городе состоялось более 120 мероприятий. Значительная часть этих мероприятий прошла на территории воинских частей и организации гарнизона. Это позволило ребятам не только познакомиться с жизнью и бытом военнослужащих, но и увидеть новейшие образцы военной техники, сравнить их с техникой времен Великой Отечественной войны. После таких экскурсий многие ребята изъявили желание стать профессиональным военным. Месячник 2016 прошел под девизом «За веру, Кубань и Отечество». Долг у каждого свой, но есть и самый главный – защищать свою родину. Именно с этих слов начал поздравительную речь председатель Армавирской городской думы, также присутствующий на мероприятии. Если в нашей стране каждый молодой человек, который сидит в этом зале, который живет в нашем прекрасном городе, в нашей прекрасной стране, будет понимать и знать, что Родина одна и другой Родины не будет, и за эту Родину отдали жизни миллионы, миллионы людей, которые жили на этой земле, то тогда эта страна будет продолжать оставаться великой и прекрасной страной на земле. Я еще раз поздравляю всех мужчин с праздником. Желаю, чтобы в каждой семье был достаток, чтобы в сердце и в разуме каждого мужчины был честь, долг и достоинство. Всех с праздником! На торжественном собрании отметили благодарностями главы всех, кто принял активное участие в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Среди них ЦБС имени Крупской, Центр патриотического воспитания, коллектив детско-юношеской спортивной школы и другие деятели города. Отметили дипломом, кубком и благодарностью председателя Армавирского совета ветеранов Николая Скрипкина за победу в конкурсе «Кубань-2015. Человек года». Продолжил программу праздничный концерт с участием творческих коллективов ДДЮТ, ГДК, городского совета ветеранов и студентов вузов. Таланты Армавира исполнили песни на военно-патриотическую тематику, а самые маленькие участники представили костюмированные музыкальные номера, которые никого не оставили равнодушным. Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Общежитие для инвалидов по зрению, в котором проживают бывшие сотрудники учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Этот факт подтвердили в администрации города. В ремонте нуждается система отопления, а также горячего и холодного водоснабжения. Чего ждать жителям от владельца общежития, муниципалитета, выясняли «Твои новости».
О том, в каких условиях живут обитатели дома номер 117 по улице Дзержинского, мы рассказывали в одном из прошлых выпусков. Для тех, кто пропустил или забыл, напомним, что плохо отапливаемое здание с облупившейся штукатуркой, трещинами, а местами и дырами в стенах, повсеместной плесенью, есть бывшее общежитие для работников учебно-производственного предприятия ВОС. Инвалиды по зрению и ныне большая часть здешних обитателей. Только вот сам дом теперь перешел в муниципальную собственность. То, что здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии, в мэрии признали. В 2015-м здесь заменили вышедший из строя отопительный котел. Продолжить работы в доме власти планируют и в этом году. На 2016 год нами разработана и утверждена программа по ремонту муниципального жилищного фонда, где включены мероприятия по замене системы отопления, по замене системы горячего водоснабжения и системы холодного водоснабжения, а также проведение текущего ремонта в помещениях общего пользования. Ремонт ремонтом, но желание обзавестись собственными квадратными метрами обитатели общежития не оставляет. Еще больше 10 лет назад несколько местных, имеющих инвалидность, стали в очередь на получение социальной выплаты на покупку жилья. Но, как выяснилось, не все могут дождаться помощи от государства. Граждане, которые состоят у нас на учете, нуждающиеся в жилье с даты учета до января 2005 года, должны обратиться в Управление социальной защиты населения по городу Армавиру и написать заявление. Среди, как я уже сказала, среди граждан, проживающих в этом доме, 4 инвалида у нас состоят на учете, и среди них также состоит Головко Евгений Владимирович. К большому сожалению, Головко Евгений Владимирович до сегодняшнего дня такое заявление не написал, хотя сотрудниками Управления социальной защиты он об этом оповещался и не единожды. А Евгений Головко, которого упомянула в интервью Наталья Гладышева, мы также рассказывали в прошлом сюжете. Займется ли мужчина оформлением всех необходимых бумаг, мы не знаем. Но одно выяснили точно. Спортивные заслуги, а Евгений ни много ни мало трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу среди инвалидов, ему не помогут вне очереди обзавестись жильем за счет муниципальных средств. Криминальная хроника. В дежурную часть полиции Армавира поступило сообщение о том, что в центре города у входа в караоке-бар мужчина открыл стрельбу, а после скрылся. Полицейские дебошира задержали. Что теперь ему грозит, узнавала Анна Мельченко. Действо, которое запечатлела видеокамера наблюдения, напоминает кадры из крутого вестерна. Однако герой, открывший стрельбу по входной двери караоке-бара, вовсе не бравый ковбой, а всего лишь посетитель этого заведения. О случившемся моментально сообщили в полицию. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, где было установлено, что мужчина отдыхал в заведении, и в конце вечера у него произошел словесный конфликт с обслуживающим персоналом, после чего он вышел на улицу и произвел несколько выстрелов в направлении входной двери заведения и с места совершения преступления скрылся. Опросив очевидцев, полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 39-летний житель Армавира, который был задержан по месту жительства. Однако дебошир свою вину не признает, и орудие преступления, пистолет, неустановленного образца, мужчина не выдал. В настоящее время отделом дознания отдела МВД России по городу Армавиру возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Не повезло и другому мужчине, который, правда, к случаю в караоке-баре не имеет ничего общего. В дежурную часть полиции Армавира поступило сообщение о краже из квартиры, предназначенной для сдачи в аренду. Придя посмотреть жилье по объявлению, злоумышленник выкрал 2-й комплект ключей и позже проник в жилище, где совершил кражу имущества. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки задержали лицо, подозреваемое в совершении квартирной кражи. Злоумышленником оказался житель станицы Бескорбной, который был задержан по месту жительства. А в настоящее время следственным отделом отдела МВД России по городу Армавиру возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.
Кстати, все похищенное имущество мужчина продал всего за 5000 рублей. Общая же сумма ущерба составила порядка 50 тысяч рублей. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей «Армавира». Фура съехала с дороги и опрокинулась на трассе ФАТ-Кавказ под Армавиром. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Renault Premium, житель Ростовской области, погиб. Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия, в результате которого большой груз съехал с дороги, заключается в несоответствии скоростного режима дорожным условиям. Водитель не справился с управлением. В результате столкновения с деревьями кабина автомобиля отвалилась и сгорела. В связи с этим настоятельно рекомендуем водителям, которые двигаются по федеральным автодорогам, обязательно соблюдать скоростной режим, требования дорожных знаков и ни в коем случае не управлять транспортными средствами в состоянии утомления. Спортивный «Армавир». Множество наград завоевали наши спортсмены на различного рода состязаниях, проходивших в городах Краснодарского края. Золотые, серебряные и бронзовые медали привезли домой армавирцы. Анна Мельченко с подробностями. В «Армавире» проходит к завершению личное первенство города по шахматам среди юниоров. Соревнования начались 12 февраля. Последний день состязаний, 20 февраля, будут подведены итоги. В турнире принимало участие 120 человек. Среди них самые маленькие спортсмены в возрасте от 4 лет и старше, юноши и девушки до 18 лет. По результатам соревнований шахматисты, занявшие призовые места, отправятся на краевое первенство, которое будет проходить на территории здравниц Черноморского побережья. В Краснодаре подвели итоги первенства Краснодарского края по греко-римской борьбе среди юношей 16-17 лет. Более 150 борцов из Армавира, Сочи, Новороссийска, Краснодара, Ейска и других городов региона приняли участие в турнире. Больше всего золотых медалей завоевали спортсмены нашего города и Краснодара. Три награды высшей пробы привезли домой армавирские участники. Победителями в своих весовых категориях стали Владимир Аладжев, Даниил Камчугов и Станислав Хугаев. Серебряными призерами стали Никита Шведов и Андрей Волков. 18 февраля на первенстве России по спортивному самбо в Сочи кубанские спортсмены завоевали 4 награды. Две медали в копилку кубанской сборной внесли армавирцы. Эдуард Мурадян завоевал серебро. Бронзовая медаль досталась Рудольфу Яврумяну. Анна Мельченко, Александр Жерелеев, служба новостей «Армавира». Это были все новости на сегодня. Далее о погоде на ближайшие сутки вам расскажет Анна Мельченко. В студии была Дарья Топчива. До новых встреч на телеканале ТНТ «Армавир». Имидж ведущий – магазин женской одежды «Лара», Тургенева 140, торговый центр «Оскар».